человек строит храмы. Храмы из дерева, из камня, из стекла. Маленькие и большие храмы. В них он поклоняется своему Богу. Священная книга Библии говорит нам о том, что Бог, прежде чем был построен хотя бы один храм на этой земле, подарил человеку храм во времени. Это произошло так. Когда Бог в 6 дней сотворил эту землю и в ней человека, Он в 7-й день отдохнул. И Писание говорит, что Он благословил и освятил этот день. Первое, что Бог освятил, это не место, это не вещи и даже не человек. Это было время, особенное время, которое Бог как подарок дал человеку. Из Едемского сада мы с вами вынесли 2 постановления. Семья и суббота. Эти 2 необычных подарка от Бога имели огромное значение для человека. Против этих 2 постановлений идет жестокая борьба на этой земле до настоящего времени. Субботний покой является также символом нашего спасения и освящения. Отдыхая в субботу, мы не изменяем мир, а мы отдаем себя в руки Бога, который изменяет нас, наше сердце, наши мысли, наши чувства. Священное Писание говорит нам о том, что суббота, как памятник творения и как храм во времени, сохранит свое предназначение даже в вечности. Дорогие зрители, счастливой субботы вам, и да благословит вас Господь!